Здравствуйте. Давайте я вам сегодня покажу, как на современных ноутбуках, на примере ноутбука Lenovo, включается под Windows 8, включается и отключается Wi-Fi, сеть и Bluetooth. Для этого есть сочетание горячих клавиш FN и клавиши F5, на которой нарисован самолет. Это самолетный режим, так называемый. То есть я вот его жму, у меня появляется моя беспроводная сеть и появилась надпись, что Bluetooth у нас запущен. Если нам надо отключить Wi-Fi и Bluetooth, опять нажимаем FN F5 клавишу, все, и у нас отключается, пишется, что самолетный режим включен, и отключается Wi-Fi и Bluetooth в целях экономии заряда батареи. Все, если видео оказалось вам полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока!